Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такой вот алмаз из магнитного конструктора. Для этого нам понадобится 8 треугольничков и еще 4 треугольничка. И 10 вот таких квадратиков. Делаем из 5 квадратиков вот такой вот крестик. И еще один. Нам нужно 2 таких крестика. Вот так. Теперь к каждой стороне, к каждой стороне нужно прицепить по одной вот такой вот штучке. Вот так. Теперь это нужно сложить в половину круга. Вот таким вот образом. То же самое и со вторым. Теперь это все мы соединяем. У нас получается вот такая вот конструкция. У нас осталось еще 4 вот таких вот шестеренки. Разлаживаем их. И складываем вместе. Получилась вот такая квадратная пирамида, как на ваших экранах. Теперь мы это соединяем с этим. Вот таким вот образом. И все, ваш алмаз готов.